Это первая. Маргарита. Да, на 5 минут старше. А это Мария. Это на 5 минут младше. Двойную радость, да еще почти на новогодние праздники, получила семья Коробовых. Анастасия родила двух девочек вчера днем. Маргарита и Мария могли появиться на свет раньше, но дали родителям отметить торжество дома и нагуляли приличный для двойни вес – 3,2,6 килограмма. Не боялись, что они в новогоднюю ночь на свет появятся? Ой, боялась. Говорят, обычно двойни не дохаживают. Ага. И я их просила, давайте до Нового года, давайте до Нового года. 17-го стоял срок января. Вот. И так досиделись, что до 40 недель. Количество людей, которые решились довериться специалистам Воскресенского роддома, не уменьшается. В новогоднюю ночь с 31 на 1 января здесь появились на свет 3 малыша – 2 мальчика и 1 девочка. А с начала 2019-го здесь уже провели более 27 родов. Я не знаю, почему все в Коломну едут, в Егорьевск. И не знаю, сколько людей, столько и мнений, но мое мнение только вот наш роддом. Все. Я здесь всех рожала, конечно, больше не собираюсь, но очень советую сюда приезжать. По утверждению сотрудников роддома, рождаемость пусть не быстро, но все же растет. И что интересно, увеличивается количество партнерских родов. Только с начала года их провели уже четверо. У нас бывает такое, что даже папы плачут, когда видят вот это все. Настолько это вот этот вот интимная вот эта обстановка отражает такой вот, имеет эмоциональный еще отблеск. Мы разрешаем отцу перевязать пуповину, мы разрешаем отцу обнять ребенка, то есть, да, то есть, чтобы вот это было единое, да, обсеменение флоры, как у мамы, так и у папы. Практика партнерских родов распространена во всем мире. И неудивительно, ведь это уникальный опыт. Держать на руках малыша секунду назад появившегося на свет и слышать новое сердцебиение жизни. Татьяна Колганова, Руслан Полянин. Новости Искровект.